Панкову. Дамы и господа, добрый вечер. Постараюсь быть максимально кратким. Как прозвучало сегодня, в этом году отмечается 300 лет установления дипломатических отношений между Россией и Францией. Это великая дата для наших стран. Для нашей компании эта дата имеет особое значение, потому что даже в ее названии «Рено Россия» заключается смысл тесных отношений между Россией и Францией. Шахматы вплетены очень важной нитью в саму канву долгого добрососедского сотрудничества между Россией и Францией. Сегодня на выставке можете видеть лежащие рядом книги, написанные Филидором Петровым. Многие российские гроссмейстеры, Александр Алехин, Борис Спасский, многие другие внесли значительный вклад в укрепление связи между нашими странами. Компания «Рено Россия» начала сотрудничество с Российской шахматной федерацией в прошлом году. За это время было реализовано много проектов, мы горды тем, что мы возрождаем популярность шахмат в России. И сегодня мы презентуем вам жемчужину нашего сотрудничества, проект «Шахматная коллекция». Мы очень горды тем, что в этом проекте объединились три совершенно разные компании, три совершенно разные партнера: Российская государственная библиотека, Российская шахматная федерация, компания «Рено Россия». Как вы сегодня уже слышали, в фондах Российской государственной библиотеки есть огромное количество уникальных книг. И наша задача, используя современные цифровые технологии, сделать эти книги доступными для любителей шахмат по всей России. Спасибо. Спасибо большое, да. И так, дорогие друзья, сейчас через несколько буквально секунд состоится подписание нашего договора, а после того, как окончится его неформальная часть, присутствующий здесь научный, так сказать, куратор этого проекта и руководитель музея шахмат Дмитрий Иванович Олейников, расскажет о конкретно тех книгах, которые выставлены здесь и сейчас. Поэтому вечер у нас продолжается, но сейчас мы переходим к официальной торжественной части через секунду. Итак, позвольте объявить о церемонии подписания соглашения. Дамы и господа, наша торжественная часть подошла к концу, но не наш вечер. Мы предлагаем продолжить свободное общение и насладиться экскурсией Дмитрия Олейникова.